Неустановленный водитель, управляя Nissan Murano, двигался по улице Пушкина в сторону проспекта Юбилейный. В пути следования совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с седаном. Водитель Nissan Pulsar получил телесные повреждения, был доставлен в больницу. В настоящее время сотрудники госавтоинспекции из Искитимского района устанавливают основные причины, а также водителя транспортного средства Nissan Murano. Владелец кроссовера утверждает, что был пассажиром. Сейчас он проходит лечение в больнице. С его слов, управлял автомобилем его знакомый, который бросил машину и скрылся с места происшествия. Установить личность виновника аварии удалось. На сегодняшний день водитель автомобиля Nissan Murano установлен, разыскан. Это гражданин 1997 года рождения, житель поселка Чернореченский Искитимского района, который пояснил, что 3 октября они со своими знакомыми распивали спиртные напитки, находясь в одного из них дома, после чего он сел за руль данного автомобиля для того, чтобы увезти своих знакомых домой. И в пути следования произошло дорожно-транспортное происшествие. Якобы его осмотрела скорая помощь. От оказания медицинской помощи он отказался и благополучно уехал с места дорожно-транспортного происшествия. 4 октября телесные повреждения получил 9-летний велосипедист, который выезжал со второстепенной дороги. При выезде с улицы Кирова совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан». Парня доставили в Искитимскую ЦРБ. Но водитель поясняет, что ребенка он не видел, но действительно при выезде с этой улицы из-за заборов ребенок мог просто не заметить движущееся транспортное средство. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется расследование.